Всем привет, дорогие друзья! Сегодня, как я вам и обещал, краткий видеообзор на декоразийную обработку днища автомобиля пуш-салом спустя год. Прошел ровно год после антикоррозийки, и сегодня мы посмотрим, как выглядит днище, обработанное пуш-салом, на данный момент. Скоро выйдет еще один ролик про антикоррозийку кузова автомобиля, такой дедовский лайфхак. Поэтому, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Сначала посмотрим, что у нас творится в передней части автомобиля снизу. Затем развернусь, заеду на эстакаду задом и посмотрим, что творится у нас на задней части кузова автомобиля. Вообще рекомендуется антикоррозийная обработка пуш-салом не реже одного раза в год. В общем, сейчас посмотрим, что у нас осталось на кузове из пуш-сала, из антикора. Короче говоря, смотрим до конца и не переключаемся.
Итак, друзья, как вы сами видели, пушсало местами выглядит в неизменном виде, как будто его только что нанесли. Но местами на открытых участках пушсало, конечно же, отсутствует. За год где-то, где были физические воздействия, например, об сугроб, либо об траву. Ну, ничего страшного. Все равно, как бы, антикоррозийка отличная. На год хватает спокойно. В общем, выводы делайте сами. Ну, а у меня на этом все, дорогие друзья. Кому видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока.